Константин Милюков из Казани третьим будет выполнять свою произвольную программу. У него 15-е место после короткой, 64,1 балла. В целом очень неплохо исполнил свою короткую программу Константин Милюков. Чистенько, без особых сбоев, но у него не самый сложный набор элементов. Плюс ко всему, недокрут увидели технические специалисты при исполнении тройного Ридбергера. И потому оценка вышла не самой высокой. Вальс Фредерика Шопена пытается, ну что же пытается, катается, так будет вернее, Константин Милюков в своей произвольной программе, и ему нужно набирать 129 баллов, чтобы выходить на первое место. Ну, начало вышло, мягко говоря, не самым удачным, бабочка уже на первом прыжке. Аксель едва не упал Константин, но устоял, хотя, конечно же, высоких оценок ожидать не приходится. Луц, двойной тулуп. Тройной луц, двойной тулуп.
Произвольная программа Константина Милюкова понравилась публике, очень пронзительное исполнение. Ну и надо отметить, конечно, что старался очень фигурист. Понятное дело, что фигурист это взрослый по сравнению с теми спортсменами, которые выступали до него. И ему очень хотелось оказаться выше них, во всяком случае сменить свою 15-ю позицию на что-либо более подобающее, скажем так, большому человеку. Ну вот, пытается Константин Милюков бороться с молодежью, однако же молодежь наступает неминуемо со всех сторон. Надо отметить, что во время коротких прокатов очень немногие спортсмены показали чистое катание без сбоев. Вот Мельков не оказался в их числе. По большому счету, если так вот вспоминать, то чисто откатались Плющенко, Воронов, Питкеев и чуть ли не все. Что Милюков постарше, однако же он лишь 94-го года рождения, то есть ему 19 лет. Мастер спорта, к слову, как и многие. Вот я просматриваю сейчас список его результатов и вижу, что больше 189 он не набирал в последние несколько лет. Это означает, что выйти в лидеры ему сейчас будет очень непросто. Константин Милюков на третьей пока позиции.